Салют, народ, это канал «Не игры», меня зовут Павел Прохоров. Сегодня у нас репортаж не с матча «Спартака», сегодня у нас репортаж с матча «Динамо Ростов». Я впервые прибыл на арену «Химки», никогда здесь не был. Вот. И сегодня прочувствую те ощущения, которые испытывают болельщики «Динамо». Никак не может «Динамо» отсюда уехать. Ну, в этом году уже навряд ли, наверное, в начале следующего «Динамо» все-таки отсюда переедет на свою новую арену, на станцию метро «Динамо». Thank you.
день, начинаю нашу математическую пресс-конференцию. Валерий, внимание, голос тренера Ростова, пожалуйста, поехали. Начинал чемпионат, Валерий Георгиевич, каков характер травмы Пашулька и Сыгурдарсена? Пашулька плечом, ранен с трясением. Коллеги, дальше вопрос. Здравствуйте, Владимир Георгиевич. Прямо обратилось внимание на отсутствие Романа Еременко. Что с ним, если еще раз? Отсутствие Романа Еременко. Понятно, за 4 ожидали, что так сложно матч сложится. По статистическим данным «Динамо» во множестве перегал по моменту, по ударам, по уроку. Ожидали, что так сложно? Нет, естественно, не ожидали, что сложится так матч. Не ожидали, что решили в первом тайме замену попросит. Не ожидали, что будет замену попросит в первом тайме. Что минут придется делать. Конечно, не ожидали. Делать право получит. Павел Прохоров, чемпионат.ком. Ничья – это максимальный результат, на который вы сегодня рассчитывали? Я рассчитывал перед игрой, понятно, что не меня рассчитывали, только на ничью, потому что мы рассчитывали на победу, так как спал, да? И не могу сказать, что ничья – хороший результат. Коллеги, дальше вопрос. Можно уточнение по травмам? Вопрос по игре. Я от Ураза пришел в карьеру и изъявил желание поработать в России вторым тренером. Нету желания пригласить. Я от Ураза пришел в карьеру и изъявил желание поработать вторым тренером в России. Вот нет ли желания пригласить человека? Пока нет. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, последний вопрос, если есть. Если нет, всем спасибо. Спасибо. Добрый день, уважаемые господа журналисты. Продолжаем нашу послематчную пресс-конференцию. Вашему вниманию главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Валерьевич Хохлов. Дмитрий Валерьевич, ваше резюме по игре. Тяжелая игра. В принципе, такое ожидали, то, что Ростов умеет очень хорошо обороняться, и количественные качества знали, готовились к этому. Считаю, что, в принципе, предостаточно моментов создали даже против Ростова. Чтобы выиграть, нужно забивать голы, чего у нас сегодня не получилось. Спасибо. Ваши вопросы произвел представлять. Я помню, что вопросы должны касаться исключительно сегодняшнего матча. Есть вопросы? Спасибо. Вот такой вот, друзья, матч выдался между «Динамо» и «Ростовом». Ничья. Ну, в принципе, «Динамо» атаковало больше. Ну и, как обычно, в этом сезоне они не забили. Атакуют каждый матч, но не забивает. В чем причина, я лично сказать не знаю. Всем спасибо за просмотр. Следующий выпуск «Спартак Уфа». До скорых встреч.